вышла, жду такси. Клиентка у меня сегодня. Андрей на работе. Да, забыла всех поздравить сегодня с сочельником. Завтра крещение. Я, между прочим, крещение очень люблю. Не знаю почему. Но он мне нравится. Такой обнадеживающий праздник. Я пытаюсь снять лед и траву. А Жулька сюда пытается все время в кадр попасть. Жуля. Ой, ты пить хочешь? У тебя водички, что ли, нет? Сейчас я пойду посмотрю. Иду из кабинета. Клиентка меня высадила там на повороте на нашу улицу. Решила я пройтись. Ну, во-первых, дорогу вот, ну, это еще идти можно. И вроде что-то как-то мало-мало присыпали. Это даже не во-первых, это, наверное, даже уже теперь во-вторых. После тех выводов, которые я сделала для себя. Ходить надо. Потому что последнее время, месяцы, здесь погоды, никуда не ходишь, только на машине. Я обнаружила, что я ходить разучилась. Просто идешь, и как будто ноги то ли ватные, то ли деревянные. Ну, в общем, они не твои, это точно. Поэтому надо начинать куда-то ходить, куда, не знаю. Но если такая грязь будет, то, конечно же, много не находишь. Ну и дыхалка, само собой. Я иду уже на последнем издыхании, буквально. Полезно. Погода сегодня классная. Как кругом красота неписанная. А мы вперед двигаемся. Торва. Тут такая грязь, она сверху оттаяла, внизу, видимо, еще подмерзшая чуть-чуть. Иногда на ней едешь. Прям подскальзываешься. Ну вот, дойду до дома, выйду на связь, если живая буду. А вот лужа. Самое сейчас, самое пекло попадаю я. Вчера мы в какую-то, вот в эту что ли лужу мы заехали колесом. Как туда бабахнули. Прям ямка там глубокая даже для нашей машины. Ну, это сейчас еще так более-менее хуже было. Чуть-чуть хоть что-то подсыпали. Это вообще непролазно было все. Ну вот, подхожу я дом, к дому. Странной походкой. Реально ощущения очень странные. Но если мы прогулочным шагом, может, было ничего. Я по привычке быстро шла, ну и вот. Походка была у меня очень странная. Вот у нас снег, все. Травочка зелененькая появилась. Ну все, в общем. Пришла я домой. Жива-здорова. Ноги целы, суставы прочувствовала. Прямо. И есть они у меня. И даже сапоги не сильно заморала. Чуть-чуть. Посмотрим, что там на птице. Все нормально. Тихо, спокойно. Курица здесь. Курица на месте. Вот. Все тает уже, все тает. Но сухо не будет, конечно. Будут еще дожди, будет еще вся эта грязь продолжаться. Поэтому сухо будет только летом, когда будет совсем-совсем жара. Жулька у соседей. Жуля, ты что там делаешь у соседей? Он всех с крещением поздравляет, Андрей Александрович.